Проект «Васильковой белорус-кубики истории» стал победителем республиканского конкурса молодежных проектов нашего общественного объединения «Белорусский союз женщин». Он входил, был маленьким проектом, мегапроекта «Крылья памяти». Именно наша команда заняла первое место за проект «Васильковая Беларусь. Кубики истории». По сути дела, вначале создавалась обычная настольная семейная игра, которая развивает интеллект. По истории нашего родного края, такие длинные зимние вечера, вполне семья могла бы провести с пользой свое время. Да. Потом родилась идея создать целое интеллектуальное движение. Причем хочу сказать, что в Республике Беларусь интеллектуального семейного движения в целом не существует. И мы будем первой ласточкой, которая и зародит такую уникальную традицию проведения уникального интеллектуального шоу «Васильковая Беларусь. Кубики истории». Сегодня, в преддверии Дня народного единства, мы собрали, что символично, 17 семей нашей Гродненской области на интеллектуальное ристалище. Если представить наши семьи, это люди разных профессий. Это и работники сельского хозяйства, и здравоохранения, и педагоги, скажем, представители всех профессий. И, конечно, их замечательные дети, которые в первую очередь любят нашу Республику Беларусь. Во-вторых, конечно, приехали посоревноваться, показать свои уникальные знания по истории нашего родного края.